Прекрасно. Ну, это нечестно. Два инвалида. Я как бы... распылили краску в лицо врагу. Ну вы серьезно, что ли, блин? В общем, чувак, это зубочистка. Зубочистка погиб сегодня. Эй, здорово, чуваки. Че у вас такие кислые лица? О, Карл, привет. Рад видеть тебя. Как его звали-то? Это Санечек, он играл с нами на ГРМП. Ты должен знать его. Эй, вообще-то не виноват, что я не вел промокод. Ты должен был об этом позаботиться. Заткнитесь. Эй, мы с тобой еще не закончили. Что? Отвали, я уже закончила. Просто супер. Круто. Что случилось, чел? Тебе, блин, действительно интересно? В нашей бане скоро появится очень много крутых бойцов. Пойдем, покажу их. Вот этот человек, который ковыряется в носу. Это избалованный гангстер. И это чувачел за компом. Это сумасшедшая банда. Мы поднимемся, улицы станут наши. Главное, чтобы не ввели промокод и быстро прокачались. И здравствуйте, добрый день. Это у нас новый мир GTA San Andreas. Изменены уже звуки. Все, по-моему, прекрасно. 60 FPS. По-моему, все хорошо, пока. А нет. Уже не так все отлично, как я бы хотел. Окей. Нам предлагает игра сесть на велосипед. Конечно же. Но это, к сожалению, скейтборд. Итак, погнали. BMX. И давайте же просто сейчас пройдем до грув. И просто будем смотреть на то, что происходит вокруг меня. Балас-колясочник. В общем, ничего нового. Еще один балас, который находится в гипсе. Вот что на самом деле. Просто так. Так, нет, это уже будет слишком, мне кажется, если я начну бить инвалидов. Полицейский ходит вместе с курицей и с собакой. По-моему, прекрасно. Таким и должен быть мир GTA San Andreas, если вдруг... Ага. Лего. Лего автомобили. И собаки ходят... Гены всякие. Больше всего интересно то, что... Цыпленок Сыпа так же, как и я, двигается на скейтборде. Прекрасно. Просто вот 10 минут займу у вас всего лишь времени, чтобы вот окунуться в этот прекраснейший мир. Кто говорил, что в GTA нет людей, в смысле детей? Вот, пожалуйста, молодой человек идет с ребенком. Что будет, если я его ударю? Он защищает свое чадо, разумеется, это отцовские повадки. Просто умри. Я заберу у них все деньги оставшиеся. Цыпленок Цыпа идет посмотреть, что происходит. На самом деле происходит лютый трэш. Ладно, давайте же попробуем пройти первую миссию и... Grow Street Home, разумеется. На большом хот-доге отправляются на кладбище наши любимые главные герои. Big Smoke и CJ. Хот-дог. Прекрасно. Да, Big Smoke у нас какой-то ошарашенный свет тоже. У них у всех странные глаза. Так, кто сейчас проедет, интересно, рядом? Что это? Так, сосиску взорвали. Прекрасно, как мы теперь уедем отсюда? Наверное, никак. Пацаны из Groove Street. Это самый тонкий человек в мире, который когда-либо видел. Гуд. Это что за хрень? Я хочу на ней покататься, извините меня, конечно, но это бесподобно просто. Это Тахома, которая переиграла в Mad Max. Эти пацаны, я вообще без комментариев, что у них за машина вообще? Свит! А, Свита на самом деле с заборчиком толкать гораздо удобнее. Кто шарит, кто в теме спидранна, тот поймет, о чем я. Красбургер ездит. Твою мать. Я хочу проучить этого полицейского, взять у него хотя бы хоть что-то. Так, отлично. Клавиатура мне досталась. Свит нас, к сожалению, тупит. Так, а это что за инопланетное существо какое-то здесь ходит? Что это вот за курица-женщина? Курица-женщина или... Ага, и полиция Украины. Что может быть лучше в Сан-Андреасе? Где у них голова-то здесь? А, я как-то еще умудряюсь попадать в голову при этом. Так, берем все, что можно, побыстрее желательно. Возьму, пожалуй, эту с Украины. Собаку не сбей, Райдер. Отлично, она отпрыгнула. Классная собака. Цыпленок Сыпа, извини.
Как же это нелепо, боже. Эй, может подвезете меня кто-нибудь? Я просто застрял. Черт. Запрыгивай, Сиджей. На твою коляску, окей. Блин, я лучше бы на Красбургер поехал бы. Что за дичь? Сейчас, я попытаюсь. Так, Красбургер. Офигеть, он неуправляемый просто. Блин, сосиска. Пипец. Я не знаю. Возможно ли пройти такую GTA вообще, нет? Наверное, нет, потому что Красбургеры не ездят. Так же, как и коляски, вот так вот просто. Это что у меня такое? Дробовик, что ли, такой? Я добрался. Оп. Оу, вот как. Старый рис, а ты изменился. Он спрашивает, что я хочу себе подстричь. Петух спрашивает у меня, что я хочу подстричь. Вот. И он это делает? Вот как? Окей. Ай, блин, фах! Я не купил прическу. Спасибо, курица, мистер Рис. Так. Так, и в забегаловке нас будут обслуживать крокодил Гена. И что это такое? Вау, это прикольно, потому что огнетушителем является... Фак! Ну зачем? Как это работает? Вау, вау, что у него за машина вообще такая нафиг? Блин, я избил инвалида, гадэм. А, это просто колес? Вот. Это просто колеса. Окей. Так, райдер. Сейчас будут грабить крокодила Гена и его заведение. What? А, окей. Райдер теперь другой стал совсем. Похудел и вообще. Гони бабло, это ограбление. Райдер, только не сейчас. Это не я, дебил, в натуре. Кстати, это не он вообще-то. А что со свитом происходит? Я не понимаю. Свит вообще в порядке? Нет, походу нет вообще нифига. Он наркоман какой-то. Лохони Гринвуд нормально управляются, спасибо. Но это трэш. Это трэш просто. О май гад, что это? Так, как это делает Свит? Окей, хорошо, я закрашу дальше все сам. Без вашего вмешательства, мордлой мистер Свит. Блин, прекрасно. Ну это нечестно. Два инвалида. Я как бы... распыли краску в лицо врагу. Ну вы серьезно, что ли, блин? Я не могу этого сделать. О боже. Как он будет драться? Одной рукой? Это тебе позволяет драться, не используя ног. О боже. Как это... О, они ударили друг друга. О нет. О нет. О! О! Он, походу, его прихлопнул. Это не я. Так. Братки приехали. Здесь у нас кучерявый какой-то грув тридовец. Окей, я все вижу прекрасно. Ваши ноги просто отбат. Так, окей. Вау, прекрасно. Что? Собаки спускаются на веревках. Так. О, нет. What? И сейчас так внезапно. Что? Блин, неудобно.
Вот такой веселенький видеоролик получился, ребята. Надеюсь, он вам понравился. Вы поставите лайк, я поднял как-то вам настроение. А с вами был Хик. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг тут впервые. Я желаю вам приятных выходных. И всем пока, до следующего видеоролика.